Обращаем внимание на действующих Муратова на ближнюю штангу, даже в штрафную площадь. Ближе идет туда, и первый на мяче врата. Оставлял надежду в своих глазах в том, что он верил в будущее и, в принципе, не так сильно был расстроен первым поражением, то после второго, конечно, лица на Покровском не было никакого, но это жизнь, это работа. К штрафной факела. Скидка в сторону ворот. Мяч вернуть на угол поля. Подача в штрафную, отскок за факелом и попытка выйти в атаку. Она должна получиться. Первым на мяче кто будет? Упускает возможность Данилкин сыграть в эту игру в догонял. Вместо одного из центральных полузащитников, так мне представляется. Кроткин номер 7, Матвей Журавлев 18, Алексей Гагарин 5, Ярослав Масленников 23. Александр Никульчев в атаке, снова Локомотив, снова на левом фланге. Попытка ударить поворотом. Это, наверное, один из самых опасных ударов. Подача штрафную и момент абсолютно одного оставляют игрока Локомотива. И Глеб Доронин открывает счет в этом матче. Да уж, совсем одного оставили Доронин. Сил для того, чтобы точную передачу в этом эпизоде исполнить. Она такой оказывается, и попытка ударить поворотом, ну, для Навид. Пройти соперника, и атака уже по правому флангу Локомотива. Разгоняются. Хорошая передача на Гагарина. Гагарин один на один останавливает эту атаку. Хатунцев. Гагарин продолжает прострел. Угловой удар. Внимательно, там есть Гагарин, там есть еще один Гагарин, там Шахмуратов есть, там есть мячка. После этой подачи выбивает факел и выйти подальше для того, чтобы создать положение вне игры. Но два игрока Локомотива набегают на мяч совершенно одни. Потому что до конца матча остается, ну, минут 10, наверное. И посмотрите, как очень легко Локомотив в штрафную проникает. Репиков в полете, Репиков мяча касается и будет угловой удар. Но в любом случае, это первый крупный турнир для команды 2008 года Академии имени Проскурина, поэтому, опять же, внимательно в этой ситуации играет Локомотив в первую очередь. Но разбег, удар поворотом, мимо. В первом тайме неплохо Иван выглядел и показывал свое мастерство. Я думаю, что у него с точки зрения техники все неплохо для своего возраста, а вот как-то будет дальше посмотрим и посмотрим, как эта атака факела закончится. Но слишком простое решение, как мне кажется, принимает в этой ситуации Гагарин. Барков. В короткую передачу Локомотив играет. По флангу прорывается 13 номер. Передача в центр. Под удар. Удар поворотом. Перекладина. Красивый момент, абсолютно такой породистый. Отыграли ровно. Да, были ошибки, были какие-то недочеты, но претензий к ним по факту не должно быть особо много. Данилкин здорово под левой себе подработал, но...